Волгоградские полицейские помогли египетским болельщикам вовремя добраться до стадиона и успеть на матч Египет-Саудовская Аравия. Пассажирские автобусы с египтянами следовали из Астраханского аэропорта в Волгоград, но из-за дорожных работ стали отставать по времени. Болельщики могли не успеть на матч своей команды. Обратился перевозчик к нам, который перевозил болельщиков. Я положил руководство УГИБДД, они приняли решение о сопровождении, о выделении патрульных машин, сопровождении болельщиков на футбол. Вот мы оказали помощь, прибыли сюда вовремя. Очень рады, что люди успели на игру. И даже трудности перевода не стали помехой. Полицейские и болельщики прекрасно понимали друг друга. Мы объяснялись, как-то находили общий язык, но смогли понять, что мы должны помочь. Мы помогли и очень рады за людей, что они успели на игру, как бы будут болеть за свою команду. За Мухаммад Салах, за ваш болица, ваш народ очень хорошая душа. Мне очень нравится Россия. Спасибо большое. И хотя матч Египет-Саудовская Аравия прошел в Волгограде 25 июня, об этом событии стало известно только сейчас.